Нет, вы все правильно мыслите, вы все правильно думаете. Просто маленький еще опыт, а вот дальше все появляется. И откуда у нас идет свет тень? У нас всегда работа должна находиться в той стадии, где нужно оставить. Преподавателя детской художественной школы до ее директора. И выбрала для себя путь свободного художника, где есть больше развития творчеству и более интересная жизнь. Я член Союза художников России и член Национального союза художников Украины. Я скульптор Утробин Анатолий Михайлович, мы с Анной открыли студию. У нас могут заниматься все возраста от 5 лет. Мы с Анатолием приглашаем в нашу галерею-мастерскую «Анат», при которой мы открыли студию для детей от 5 лет и взрослых любого возраста. Да, так, чтобы расстояние было между отражением. Смотри внимательно. Между самим первым отражением есть расстояние, видишь? Я обучаю в основном скульптуре, керамике. Познакомлю вас совсем от начала. Где добыть глину, как ее приготовить, очистить, как произвести потом керамику, какую-то познакомлю с глазурями, значит, со всеми видами керамики, которые существуют на сегодняшний день. Что тебе мешает? Еще не фотография. Двигаешь куда хочешь. Между ними два тени камни. Вот они такие лежачие, они темные, они так красиво, их мазочками нужно будет сделать. И вот там вода еще плещется, и вот как раз вот этот беленький эффект водички, там пару мазочков. Уже работаем с детьми, вот наши первые результаты. Мы разработали чайник в виде слоника, вот он внутри покрыт глазурью, там можно в нем чай заваривать, он функциональный, все этот чайничек, это в виде слоника. Можно в любом стиле разработать посуду разную, вот начиная вот бутылка Майя тоже, в которую можно налить вино и даже с собой увезти. Не имеет значения, что вы умеете, как вы умеете. Было бы у вас только желание прийти научиться, мы этому научим. Кружечки можете для себя в любом стиле. Вот кружечка в стиле Айвазовского. Вот его барельеф Айвазовского. Вот с другой стороны кораблик. Мы предоставляем все свои материалы. Вы можете приходить просто с пустыми руками и уходить уже с готовой картиной. Мы проводим различные мастер-классы для желающих научиться и для тех, кто просто хочет иметь картину у себя дома, выполненную своими руками. Вот. Это вот маленькие дети, это 6-7 лет. Вот они у меня уже такие вот делают творческие работы. Отдельно еще у нас есть педагог, который именно с детьми работает, с маленькими детьми, 5 лет и выше. Вот. У нее есть большой опыт. Придя к нам, вы получите профессиональное знание. Знания будут постепенно даваться нормированно, только зависит от того, как вы воспринимаете информацию, так вы будете получать эти знания. Все занятия проводятся почти индивидуально, от 1 до 4 человек занятия в группе. У нас есть слой воды, который вон внутри вазочки есть. Смотрим туда. Видим? Вот слой воды. На него происходит все равно отражение от чего-то сверху. Когда это все стоит на улице, туда отражается небо. То есть вот этот вот блинчик воды, который у нас образовался, он отражает небо сверху. Поэтому он будет с королевской голубой, он будет более голубым. Он будет светлее, чем вся масса воды. Он будет светлее. И он будет голубее за счет того, что сверху на него отражается небо. Но это только на улице. Каждому ребенку и взрослому будет уделяться особое отдельное внимание. Ждем вас у себя. Чтобы оно было плотнее, краску нужно гуще. Иначе оно становится очень светлым. Густота краски сейчас и работает именно так. Дальше мы размечаем, где у нас будет
кораблик. Силуэт гор мы наметим попозже, потому что они у нас уже будут пропорционально кораблю. Корабль у нас главное действующее лицо. Что собой представляет кораблик? Это... Мне нравится занятие у Анны, потому что здесь очень тщательная такая работа идет на профессиональном, я бы сказала, уровне. Просто мы тут выкладываемся по полной. И мне кажется, опыт такой просто бесценный. Конечно, конечно. Очень углубленная такая программа, причем преподаватель отвечает, идет всегда навстречу, отвечает на все вопросы. Идет навстречу нашим пожеланиям, при этом выдерживая свою линию, достаточно такую вот продуманную, методическую. Вот, не дает нам вперед там где-то слишком ускакивать в наших пожеланиях, а ведет нас вот по этому пути такому непростому, но крайне увлекательному. То есть рассказывает, как по частям это происходит. Упрощает задачу. Ну, то есть так нарисовать, как она рисует, это такие заоблачные эти самые высоты, а нужно какие-то свои задачи поставить, маленькие, ну, учебные. Вот. И вот здесь как раз она прекрасно это рассказывает. Вот на любом уровне, можно сказать, как можно рисовать. Однозначно. И они очень хорошие преподаватели. И могут помочь действительно расширить восприятие. Стоит идти к Анатолию, к Ане учиться. Оба хорошо, по-своему, оба хорошо учат. Значит, вот Анна больше учит, детализирует, какие-то правила рассказывает, Анатолий больше помогает освободиться вообще. И в рисунке, и в лепке. Ну и кроме того, тут что-то становится понятно только после того, как попробовал. Фактически мы сами рисуем самостоятельно, а потом идут уже замечания и повторно рассказ о том, как нужно рисовать. Хочу сказать большое спасибо за пленэр, который состоялся в Крыму, в Феодосии с Анной. Мы познакомились на фестивале в Нормандии, а после этого заинтересовалась работой Анны. Понравилось, как она быстро пишет, такая результативная. И вот сейчас мы здесь, в Феодосии. Спасибо еще раз. Меня зовут Юлия, мы приехали вот с детьми из Москвы. Мастер-класс нам очень понравился. Во-первых, секреты были действительно, как вы сказали, раскрыты. Мастера, да, который понимаешь не сразу, а так как мы не бываем рядом с морем, и моря у нас нет, да, то как рисовать волны, а самое главное, мне как преподавателю стало понятнее, как детям объяснить эту волну, как ее рисовать, какие тона брать и почему именно так. Вот это вот самое, наверное, ценное, что я, да, услышала, что мастер делился именно не то, что учил детей, а еще и показывал методику преподавания детям именно вот таких сложных приемов, как волна, вода. Очень Анна Владимировна, да, за ее мастер-класс. Ну и, наверное, пожелаем Анне Владимировне творческих успехов и очень будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Я рисовала, как и хотела. Нам очень понравились мастер-классы Анны Владимировны. Мы впервые побывали на таком пленэре на берегу моря. Это очень здорово, когда ребята рисуют море, волны впервые. И так мастерски нам художница об этом рассказала в доступной форме. Я Хатаева Ольга, и я сейчас нахожусь в Крыму, в Коктебеле. Мне понравилось здесь рисовать, здесь все так необычно. Хорошо, да, Анна Владимировна мне понравилась, она объясняет очень хорошо. У меня... Сначала не очень все получалось, но потом у меня как-то так пошло и как бы разрисовалось я, и у меня все хорошо получилось.